Куплю билет на очень странный скорый поезд. Он бездорожьем дневным идет, без расписаний, где день и год, без расставаний он нас везет. Его пассажирами совесть и горе, и радость. Повесть об этом простом эшелоне, где каждый трясется в вагоне, в котором не всем по пути, но он продолжает идти. Мы обязательно увидимся с тобою на этом, в общем, простом пути. Мне ж интересно тебя найти, ты этот поезд не пропусти. И я захочу научиться свободе и правде. Страницы, исписанные прозой, мигают, меня они предупреждают о том, как не сбиться с пути. А поезд, наш поезд летит, мы помудреем и совсем не станем злиться. И разучусь я себя менять, и ты сумеешь меня понять, и нашу повесть, как фильм, оценять. Правдивый, как жизнь, оператор, всех не перечислить. Ребята, в руках ваших были и не были, и мир бесконечный, как небо, в руках ваших выбор пути. А поезд, наш поезд летит, наш поезд летит.